На празднование 300-летия дома Романовых, по данным агентуры из Ниццы, Санкт-Петербурга и Тифлиса, на Волгу выехала банда особо опасных карточных шулеров во главе со знаменитым мошенником Пинскер Ландау. Места обыгрыша – пассажирские пароходы фирмы «Кавказ» и «Меркурий». Примите меры к недопущению беспорядков. Министр внутренних дел барон Будберг. Хороша Россия! Красота! Пароход следует из Астрахани в Нижний и везет самых богатых купцов России. И мы не допустим, чтобы мошенники испортили все знаменитства императорской семьи. Вот депеша агента из Перми. На Волгу выехал знаменитый на всю Сибирь игрок. Купец Сатановский с 2 миллионами наличных. Он известен на всю Сибирь как знаменитый прожигатель жизни. Сатановский едет сюда на игру с неким карточным гением, алгоритмистом Паниным, на пароходе «Светитель». Минуточку! Этот алгоритмист, он едет на Волгу играть. Этой весной в Ницце он взял куш 400 тысяч франков и исчез. Ах, вот оно что! Нам стало известно, что он здесь, на пароходе. Кто таков? Пантелеймон Суматохин! Проходи! Слушаюсь! Предупреждаю всех. В таком тоне прошу со мной не разговаривать. У нас в госпитале пела. Голос должен вам сказать, Ирихонская труба. Богиня! Ты в Нижнем варежку не раздевай! Там знаменитая ярмарка невест. Глядишь, герцогиню или баронессу, ну, худой конец присмотришь. Нет, только графиню хочу, голубых ровей хочу, чтобы душу мою и страдавшуюся понять могла. И Бальмонт разнарвись. Бальмонт! В Нижнем, как и в Москве, все деньги делают. А денег у тебя весь Царицыну ног. А где деньги-то? Ну, в чемоданах. А чемоданы где? У тебя. А у меня нету! Сударь! Вы что, не в себе, да, молодой человек? Едите, так держите себя в рамках. Не ваши чемоданы будут. Так же нельзя. Мои! Поздравляю! Спасибо! Васька, сволочь! Вот чемоданы! Где? Вон они! Давай их скорее, проход отходит! Добился! Вот видишь, уже и чемоданы ужали вот так вот. Ой, Россия, Россия. Посмотри там. Разойдись! Ну, ты сдурел, что ли? Ну, помогите ему, ну! Кругосвой. Так, что здесь происходит? Откуда деньги бешеные такие?
молчать! Порядок. Господа, поздравляем вас с прибытием на лучший проход Волги-матушки, святитель Николай! Путешествие начинается! Сельву племя и дамы просим милости на борт. Сына лучи престижней, вряд ли в мире кто найдет. Город нижний, путь не ближний, вас прокатим с ветерком. Прощайте! Прощай, царицын батюшка! Хорошо! Нехорошо, непорядок. Пароход без воды оставили. Что? Что происходит? Апофеоз? Царицын ликует! Геват русской разведки! Или нет надежней судна, чем святитель Николай? Вы не называете, изволите? Выяснить нетрудно. Купцов на выставку едет труд-труди. Казино открывается в 2 часа пополудни. На что играем? На немецкий зиверс. Я в бильярдную. Вот что происходит, молодой человек. Потому что в Петербурге мерзавцы. Безобразие, ваше сердце. Будем снимать капитана. Что? А, вот эту. Нет, готовь депешу в правительство. Будем снимать министра речного транспорта. Правильно? Не знаю. Куда вам молодым повесам знать что-то? Вы можете только вот сумасшедшими деньгами засорять Волгу-матушку. Ой, господи, как больно за Россию. Не встретил ни одного толкового молодого человека за всю инспекторскую поездку. Пустомели, зазнайки, мошенники, подлецы. Погибла Россия. Погибла. Ну что это за чай? Подержите. Обратите внимание, простой китайский крестьянин взял себе для охраны. Мунь-лунь. Мунь чего? Мунь-лунь. Тави ходу! Вот и вся загадка древнейшей цивилизации Китая. Трубка готова? Трудом, изнурительнейшим самоусовершенствованием достигнуты вершины ремесла. Запомните, молодой человек, только кровавым потом можно воздвигнуть храм государственности. А у нас что? Разврат, пьянство. Готовь депешу. Барону Фредериксу срочно. Это кто таков? Я? Что, Ганнер? Как граф Стронгман? Тот, у которого на Урале соляные копии, заводы, фабрики, имение. Тот самый? Граф Стронгман на всю Россию один. По высочайшему повелению они совершают инспекционную поездку по притеснению молодых купцов среди местных властей. Да? Так у нас молодым в больших медведях одни сплошные притеснения? Вот, подождите. Извини, дозвольте изложить графу просьбу о притеснении, чинив нам, молодым купцам-промышленникам, производимым властями в больших медведях. Умоляю замолвить слово перед хозяйством. Пожалуйста. Заходь, хлопец. Сел пароход. Пинскер Ландау не обнаружен. Трапезунд.
любят люди разных стран. Наш российский гран-кан-кан! Что происходит? Разврат и унижение трепетной женской плоти. Как фронтовик-разведчик я решительно протестую. Что это такое? Позор! Немедленно отпустите! У меня обширная контузия левого полушария. Хорошо. Если вы так оставите... Любезный. Не подскажете, где находится каюта певицы Волошина? Сейпор нас уже занят нефтяным магнатом Хундамовым. Кстати, вот тут прелюбопытная статейка про Никс. Волошина оставила в доме приюта сына. Вот здесь миллионщик преследует Волошину, тратит на нее все свое огромное состояние. А, понимаю. Вот, кстати, и он. Этот? Да. Тут смешного. Запомните, любезный, русскому офицеру Хундамову не помеха. Честь отдаете, боцман? Чего? Потом разберусь, времени нет. На свидание иду. Черт, так и знал, что упаду. Мадам Волошина, разрешите представиться. Штабс-капитан фронтовой разведки Пантелеймон Суматохин. Под Ляуляном СНДПУ был жесточайше контужен в голову и временно потерял зрение и слух. И тем не менее, мадам Волошина, должен вам засвидетельствовать, в армии вас боготворят. Вон отсюда! Куда же, в двор? Кто вас сюда пустил? Русская разведка проходит сквозь стены, мадам. Случайно узнал о вашем путешествии. Я не смогу! Все, случилось. Контузия левого полушария. Верхняя конечность замыкает. Да помогите! Что такое? Пошел вон! Я знаю, кто это. Это шпион, которого подослала ваша жена. Это не шпион, это какой-то идиот. Да? Ожерелье? А где ожерелье? Где подарок государя императора? Где оно? Вы бессовестным образом выкрали его у меня. Вы опять играете, играете! Я играл в рулетку, да? Я поставил ожерелье и выиграл. Клянусь, в рулетку больше играть не сяду. И в карты больше играть не буду. Зина, я клянусь, ожерелье больше не возьму. Баксут, я тебя умоляю, если ты будешь играть, я сойду в Саратове. Да, разведчик, не везет тебе на Амурном фронте. Потому что вы предали Россию. Я? Вы! Вы предали, вы! Почему? Потому что вы беспробудно пьете. Так я ведь только грамулечку. Вот-вот, все с грамулечки и начинается. Все, пропили и предали. Ё-мо, что нам еще делать, ваше сиятельство? Мы, молодые скотопромышленники, из больших медведей жестоко страдаем от причинения губернатора Прохватилова. Уж такая сволочь! Все спились, и один остался. Спасибо. Спасем, спасем, поможем. В субботу у меня аудиенция. В субботу у нас. Суббота. Аудиенция суббота. У государя в Нижнем. Все доложу. Прямо в момент 300-летия подскочу на белом коне, скажу, государь, знай, в больших медведях происходит произвол. Да вы с ума сошли! Вы предлагаете взятку должностному лицу? Что вы делаете? Возьмите, уберите! Возьмите, что возьмите. Вы делаете? Ну ты посмотри, совершенно распоясался. Молодой человек, вы встаете на скользкую дорожку порока, не советую. Вот до чего довели молодовского промышленника! Уберите! Что творят губернаторы с молодежью в России? Ага. Прохватил. Запиши. Так, снимаем с должности кандалы и в читу. Так вы уже Астраханского в читу сослали. Ах, да, действительно. Тогда этого
Тобольск. Понял. Всех пересажаю. Лапсин, великий дрессировщик таракана. Пожалуйста. Мы знаем, всех. Знаем, много раз мы это слышим. Только жестокая нужда и лишение заставили Лапсина продать таракана в рабство к мошенникам. Зачем подливаете мне водки от самой Астрахани? Каюту его, убери. Подливаете, никто подливаете. Никто не подливает, господин Лапсинник. Это он дрессировщик, а каюту он на ветке пьян. Тараканью трубу. Кстати, вы интересовались насчет голубой крови. Не хочу быть сводником, но в Астрахани инкогнито сели две прелестные барышни. Ну, прелестные. Графиня Растопчина и баронесса фон де Штуль. Брать, сверни обратно китайский. Слушай, хозяин. Баронесса, должен сказать, сказочная, но графиня лучше. Ефрем, приготовь фрак от Дардена и трошку приобрели в Стокгольме. Я тебе приготовлю и фрак от Дардена. Медаль за спасение Отечества. Натурально графини и баронессы, а что необходимо, чтобы понравиться графинам? Капитал, мой друг, капитал. А-а-а. Голубая кровь требует затрат. 300 тысяч хватит? Ефрем, пригласи баронессу и графиню отужинать с нами. Вы, значит, мошенник. Пошел вон! Не сейчас, мадам. Вы же видите при исполнении. Мошенники обыгрывают в карты несчастных купцов. Везде. Большое спасибо. Узнал! Везде обыгрывают! Везде, везде, опять везде. Голубь. Непорядок. Что значит закрыт? Как ресторан может быть закрыт? Травля государственной комиссии продолжается? Нефтяной магнат господин Хундамов снял ресторан для обеда со знаменитой певицей госпожой Волошиной. Не знаю такой певицы. Вяльцеву знаю, Панину знаю, Волошиной не знаю, не слыхал. Они пели для государя-императора в Ливадии. Так что, посему нам с молодым скотопромышленником голодными оставаться? А вы можете отобедать в отдельном кабинете? В ресторане при казино. Та же кухня. Там уже рядом бильярдная. А что такое казино? Казино? На пароходе есть казино? Ну, давайте, извольте, накройте нам в этом казино. Куда? Прошу. Знамыть, лакей. Что вы таскаете свои вещи? У вас что, каюты нет? Есть. Так отошлите свой багаж в каюту. Не могу. В чемоданах деньги. Чё ты? Мне матушка строго-настрого наказывала деньги на пароходе всегда при себе держать. Резонно. Дьявол мотает купца фессалица, влюбившись. Падает навзничь, на ложе разверзнув перси молодые. Мутно, о, мутно в глазах у юной гречанки влюбленной. Сердце ее, как разбитый кувшин, покатилось. Это Бальмонт. Пушкин. Только на ложу упала, дева молодая гречанка. Юный Геракл ворвался ревностью обрываем. Купчик, купчик. Все на свете. Сожрут. Раки, 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 раки. А вам что, не интересно, Николай Николаевич? На меня смотри. И у купца оторвал все на свете, сердце купца к его ногам покатилось. Биби, уйдем немедленно. Это невыносимо.
Куда же вы? Сам Сидихин гуляет. Сейчас возьмем шампанского, поедем к цыганам. Цыгане на берегу остались, в таборе. Вождь ест. Барышни, подождите, барышни! Где мы с вами находимся? В России? В России. Что здесь происходит в присутствии дам? Ресторанское казино. Здесь можно сразиться в бильярд, карты. Есть музыкальный салон, где поет госпожа Волошина. Ваше тельце, они меня чуть не убили. Уговорить барышню остаться с нами, пожалуйста. Я этого так не оставлю. Безобразие! Позвольте! Голые китайские женщины на русском пароходе! Чего он там не показывает? Стой! Куда? Помогите! Куда? Благодаря мощнейшей контузии под Мукденом? Да помогите же мне! У меня открылся дар предвидения. Я чувствую, понимаете, я вижу, как вожу раки-раки. Граф предлагал вам сыграть в карты? Нет. Предложит. А раки тут при чем? Ха, при чем? При нем! Граф обыграет вас до Саратова. Зарежет! Что угодно. Надругается над вашим телом. Потом быстренько женится на графине баронессе и с вашими деньгами отбудет за границу. Я все это вижу. Куда? У меня есть план вашего спасения. Полное изящество и стратегии. Значит так, играйте в карты по маленькой. Ставок больших не делайте. Я буду рядом в засаде, в клозете. В самый опасный момент я вскакиваю, скручиваю врагов отечества и сдаю их полицию. Виктория, я получаю Георгия, вы Анну Третьей степени. Чего, малыш? Триумф неизбежен. Влезь! Сыра! На меня! Срочно представьте данные на штабс-капитана Суматохина Пантелеймона. Трапезун. Как две звезды сквозь синий мрак ночей сияет мне краса твоих очей. Много благ сулят они, не обмани, не обмани. Мне много благ сулят они. Видна в твоих глазах, сияют кротостью они. Не обмани, не обмани. Я без ума от вас и готов на все поверить. Это так неожиданно. А вы случайно не игрок? Нет, так с Васькой иногда в дурака перекинемся. Браво! 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 Давайте лучше, господа, прокинем партейку в покер. Прошу садиться. Какой покер, господа? Зинаида Полинарина поют покер. Это по меньшей мере моветон. Значит, вы опять взялись за старое. Я не советую вам испытывать моего терпения. Такая компания, Зина. Одну партейку. Играет кто-нибудь, господа? Разновидностей покера бывает десятки сотни. Вы намерены какой покер предложить? Тот, в котором быстро деньги заканчиваются. О, это дикий покер. Кстати, в «Русском инвалиде» недавно прочитал. По поручительству министра народного просвещения граф Строганов, совершающий инспекционную поездку, состоит почетным членом британского Blight's Club, лучшего карточного клуба в Европе. Это не ваш родственник? Это я. Ваш сервис, вы член Blight's Club?
Что ж вы раньше не сказали? Если в больших медведях узнают, что я играл самим членом Блэйскоп, там же удавятся все на свете. Я первый буду играть. И я. И я. Играем, граф. Итак, вы собрались играть? Разумеется, Зиночка. Одну. Господа. Господа, я с вами прощаюсь. Ульрих! Я. Ульрих, я выхожу в Саратове. Вазольдас, но условия контракта. Вы должны спеть еще 5 песен. Я разрываю контракт. Из для бинок Фюрфлида 5 песен. 5 песен. Для обнаружения Пинскер Ландау вынужден вступить в игру. Прошу разрешения на расход казенных денег. Трапезунд. Только у нас в России. Или все выиграть, или все проиграть. Странно, у меня дама, король, валетик. Я проиграл, у графа 3 троечки, 2 двоечки, он выиграл. Почему? У графа фуль. А у меня? А у вас дырка от бублика. А может, нам пора? Не, я понял, надо троечки собрать. Теперь буду черненький. Господа. Ефрем, тебе не кажется, что скоро кто-то из присутствующих проиграет огромные деньги? И проиграет. Хороший. Ваше сиятельство. Ваша ставка. Николай. А еще на пару раз. Проходят дни и годы, и бегут века. Уходят и народы, и нравы их, и моды. Но неизменно вечно лишь одной любви вино. Проходят века, но власть любви велика, но сердце нам пьянит, она, как море бурлит, любви волшебной вино, на радость людям дано. Странно, троечки собрал, опять проиграл. Почему? Ушайзе, 5000 спустили. Ну, мне еще целый чемодан не тронут. С чем ты его покажешь маме, Биби? Оставь его в покое. А вы в состоянии подарить даме пароход? Сколько он стоит? 150. Считайте, что он же ваш с капитаном и командой. Согласна. Кладите деньги, а то опоздаем. Здесь 5000, господа. Еще. Поразительное везение у их сиятельства. Да, несомненно. Гений игры. Вину любви даром нам судьбой дано. Раз даже в сердце старом оно горит пожаром. И как пьяро влюбленный старичок же не поет. Любви велика, на сердце нам пьянит, она, как море бурлит, любви волшебное вино, на радость людям дано, огнем пылает в крови вино любви. Черненьких не собирать. Вот их сиятельство и вы. А еще вот Шайтан Байрам. Каспийское море вдоль и поперек. Попрошу делать ставки, господа. Все, Зина меня не простит. Любви волшебное вино. На радость людям дано. Огнем пыл.
Лесенка. Мы выиграли. Стрить. Николай Николаевич. В черве. Вообще не надо было играть. Николай Николаевич, послушайте. Я не верю своим глазам. Такое везение в прикупе, это... Везение, расчет или руки? Николай Николаевич. Вы выиграли. Мы проиграли. Как мы проиграли? Правда. Потому что это не подкидной дурак, а покер. Успокойтесь, скотопромышленник. В любви повезет. Как вы? Мы проиграли? К чему? Погиб, ничтожество. Меня мама ругать будет. Погиб. Меня мама ругать будет. Зина меня простит. Все, иду ва-банк. Куда? В кают, у меня еще там... Однако, граф, я вам все спустил. Для меня это слишком. А, у меня же тут вот... Стойте! Стойте! Мне маменька зашила. 8000 на дорожку. Играем. Играем. Нет. Нет. А, шайтан Байрам! Фамилия! Играем! Не, так дело не пойдет. Мы только на наличных. Мы так не договаривались. Все, давай, убирай. Ну, давай я еще на всю колечки расставлю, сережки, парки снимать. Ты вот это вот. Ты зачем сделал? Чё ты не понял? Баранку древой. Чё ты понял? На наличный мы играем, не понял он, тупой. Играть в своих больших медведях хвосты крути. А нас своими скотскими манерами не пугай, парвеню. Кто, я парвеню? Да, вот ты, парвеню. Ты! Тихо! Каспийская! Сейчас уберите отсюда этого провинциального рангутанга! На том свете видел я маму вашу! И все ваши большие медведи вместе с мамами! Все счастья тебе не будет! С этой минуты нет тебя! Пусть! Мы вернемся еще! Фамильное кольцо, подаренное Шахизбеем вашему дедушке. Зина. Как вы низко пали! Зина, этот Шахизбей, он уже выручил меня в Цюрихе. Я погиб, Зина. Сыграй за меня в карты, девочка! Сыграй за меня в карты, Зина! Новичка всегда везет, Зина! Как это можно? Я умоляю, а Шахизбей поможет, Зина! Я тебя умоляю, Зина! Да оставьте же! Оставьте же вы меня в покое! Я тебе все покажу, Зина! Если проиграешь, застрелю сейчас же! Ваш Герман, сударыня, вас до Сибири доведет. Я, пожалуй, пойду, а ты? Ну иди. А мне интересно, выиграет или застрелится? Будете играть. Новичкам всегда везет. Сдавайте! Ефрем. Истангшвайн. Кто, граф? Причем тут граф? Хундамов. Он усадил ее играть. Это катастрофа, да? Истайная катастрофа на мой бедный голова. И что, большая неустойка? Причем тут неустойка? Зинаида Полинарьевна влюблен. Зиист ферукт. Она не может избавиться от подлец Хунтамов. Пардон? Как кстати, чай. Заказано-с. Господа, простите, Христа ради. 8000 тоже деньги. Ну, позвольте с вами сесть тоже поиграть. Идите вон. Говорил мне, мама, не играй в карты. Говорил мне, мама, что я теперь маме скажу? Кто желает чаю, господа? Какой чай? Серьезная игра. Будьте любезны. Вы утверждаете, цена этому перстню 50 тысяч? Это фамильный перстень персидского шаха Шахизбея из династии Ахаменидов. 50 тысяч. Мы ставим кольцо. Mm-hmm. Хороший, кстати. Mm-hmm. Пас. Еще 50.
нас больше нет ничего. Стреляйтесь. Ефрем, револьвер. Господа, ну возьмите меня в игру, у меня еще целый чемодан денег не тронутый. Попозже зайду. Оно тоже стоит 50 тысяч. Это подарок государя за выступление в Леваде. Работа по Зии Дюваля. Ефрем, сколько у нас осталось? 74 тысячи. У меня больше ничего нет. Ну как? А ваш великий талант. Спойте. Зина. Прости, Зина. Как диск луны дрожит в седых волнах. Давай, душа видна в твоих глазах, сияют радостью они, не обмани, не обмани. Достаточно. Это стоит больше 74 тысяч. Да, вскрываемся. Что, покер? Покер, граф. Зина, я же говорил тебе, у тебя лег... У тебя легкая рука, Зина. Так. А, деньги у вас какие-то старые. Решите представиться, штабс-капитан в отставке Пантелеймон Сматохин. В суровое послеоперационное время обследовался самим доктором Боткиным и был признан феноменом модом. Я обладаю даром предвидения, медитируя, вскрыл тайну мошенников. Уже открылся купцу Сидикину, но он оказался ничтожеством. Баронесса, предлагаю объединиться и спасти Россию от подлецов. Баронесса. Значит, вы не баронесса. Нет! Пантелеймоша! Ты
Так, граф, не граф, купец, не купец, ты один остался, Пантелеймон Суматохин. Кто же тут настоящий? Разведчик, ты вечно в тылу? Да, непорядок. Срочно представьте агентурные данные на нефтяного магната Максуда Хундамова. Купца третьей гильдии Николая Сидихина. Лакея первой категории Жоржа Сергеева. Трапезунд. Со второе окошко каюты люкс следят за нами? Следят. Арсений Петрович, трое. А из восьмого окошка второго яруса? Четверо уставились, за занавеской спрятались. Трогай. Ночи в Саратове. Они сошли? Никак и нет, а они ехать и все. Странно. Встречу с этой шпаной. Хорошо. Это Тед. Фиктивно сошел в Саратове. Определить Пинскер Ландау могу после появления на пароходе купца Сатановского. Агент имперского сыска Арсений Мышко. Господа! Несмотря ни на что! Путешествие продолжается! Даже крестнательный барин в карты проиграл. Ну, баталии постельные, он дурак, кровать сломал. Как-то сели бы, навели, все попадали с постели. Все упали, только такой потому что спали. Снился мне сад под венечном углу. Браво! Bon, ça va pas du tout, mon cher ami. Шагу ступить в России негде, чтоб в мошенника не попасть. Ба, великий алгоритм из земли русской, господин Баня. Ну что, баронесса, случайно упала в воду с пристани в Астрахани. Я подхватил, потом отогрелась у меня в постели. Замечательно. Потом царица на ресторан, купчик, супчик. Ну что, господа, с Астрахани ведете? Мы вас ведем еще с Лазурного берега, маэстро, вы великий игрок. Мы преклоняемся перед вами. Правильно. Зачем же вы меня решили надуть? Деньги очень любим, Дмитрий Петрович. Я, акула покера, попался, как речной пескарь. Но нас интересуют деньги Сатановского. Сатановский едет играть со мной, лично. Ивана Роства не помнящий. А Волошина? Она тоже с вами? Обижается. Зинаида Полинарна певица натурально. Святая женщина, влюблена в меня как кошка. Ну, вы гроссмейстер в покере, я гроссмейстер в постели. Жигала! Женщина моя профессия. Да, боже, в какую компанию я попал?
И все-таки зачем вам настоящая певица, не могу понять. Ну а как еще я, Абрам Мойшевич Золлингер, попаду в высший свет? Нефтяных миллионеров в России как собак нерезанных, а избранник сердца у великой певицы один. С помощью Волошина Абраша приобрел великосветский лоск и правильный экстерьер. Правильно, Абраш? Ну, вы правы, граф. Сатановский с нами играть не сядет. Он едет играть с вами. И на Волошину он обязательно клюнет. Зинаида Аполлинарьевна гениально поет. Так что давайте объединим усилия. Вы вообще понимаете, кто такой Сатановский? Николя. Суконников. Сатановский Фрола Верьянович, 15 лет в кандалах за убийство. На поселение берет заброшенный ручей и в один день становится самым богатым золотопромышленником Сибири. Игрок. Да, шпана. Ну, дышайтесь, граф. Смелее, смелее. Ну, допустим, я скажу... Yes. Браво, браво, браво. 184 тысячи – ваш проигрыш. Барышня. Мы вам его возвращаем. У Сатановского, по нашим сведениям, 2 миллиона наличными. Кидаем вместе, старателя. 10% ваше. 90. 15 из уважения к вашим сединам. 60. Граф, не на аукционе, 45. 50 и точка. Согласна. Но играть будешь по нашему плану, старый хрен. Ефрем, вот за что я тебя обожаю. Узнаю, господ, сей план. Император подарил Волошиной ожерелье работы Пазии Дюваля собственной монограммой. А Сатановский – знаменитый собиратель редкого антиквариата. План прост. Откушайте! Кто поет? Певица Волошина! Веди. Прошу! Что вы ищете в этом ящике для отбросов? Это не ваше дело! Подержите! Вы боцман? Боцман? А я штабс-капитан! Вот и выполняйте! Зачем ты мне это сунул? Держите! Не буду я этого держать! Держите, не буду я этого держать! Прощай, Казань, матушка! Был боцман, нет боцмана. Чудеса! Капитан, ах, лили, туман кружится, голова. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. С тех пор отойдите. Прошло уже много. Дорогу Сатановскому! Суд Хундамов. Нефтепромыслы Каспия. Фу, сойдет. А-а-а,
Промерьяныч, голубчик. Ну, здравствуй. Это откуда ж такой маскарад? Ну, ты ж меня вниз-то. Догола раздел. Вот пришлось в старые сундуки залезать. Сколько ты у меня выиграл-то? 800. Да побольше. Шампанского, маэстро. 832. Прошу. А я вот опять к тебе пришел. Ну что? Ну? Проверим фарт. Мэн де фер. Господин Садановский, от имени юных предпринимателей России дозвольте выразить полнейшее восхищение. Сударь, я попросил бы вас, сударь, господа, что происходит? Вы хотите обидеть юного предпринимателя из Больших Медведей? Не выйдет! Прадед мой 50 лет работал, не покладая рук, чтобы открыть полотняную артель. Сам так и умер крепостным. Мой дед, отец, братья, не устал умножать капитал Сидикиных. В то время как несколько фамилий Шереметьев... А деньги у него имеются? И развратом Европу и Россию мы, Сидикины, столетиями поднимаем Россию с колен, и вот наш час настал. В прошлом году оборот Сидикиных 3 миллиона рублей, в этом году будет 15. Я стану русским Рокфеллером, ну ладно, стану. Да. Иди сюда. Как говоришь фамилия? Сидикин. Младший. Из скотопромышленников? Фрол Ильянович. Садись. Благодарю. Наглый. Позвольте представиться, Максут Таймурович Хундамов, нефтепромысла на Каспии. Ефрем, господа, этого убери немедленно. Желаю составить вам компанию. Ефрем! В данный момент жизни у меня черная полоса, чудовищное невезение, но я кредитоспособен, господа. Это деньги верну, Людмилик Зинаида Полинарий Волош. Продулся в пух наличных мин. Максут Таймурович, вам сказать. Личному уйти. Так не поступают. Возмутительно. Шампанского. Шампанского, господа. Ну, заряжай, граф. Мои первая, вторая, шестая. А? Ой. Ты что, пьяный, что ли? Новичок. Фрол Аверьянович. Выйди, эту Косорукова! Фрол Аверьянович, пересядьте. Пересядьте, а я тут все одна мокрая. Пересядьте. Ну что, твои. Деньги к деньгам. Кого на работу нанимает? Переоденусь. В карты бой идет жестокий, там играют в дикий покер. Обдерут друг друга в миг, а привычки дама в пик. И поддавшийся азарту, граф поставил все на карту. И к Саратову уже оказался в неглиже. Открываемся. Пара. Двойка. Тройка. Тебя, наверное, мамзели ненавидят. Ой, не скажи. Желаю поучаствовать в игре. Мы играем только на наличные. Позье и Дюваль? Краденое? Подарок государя. Ты знаешь, похоже. Госпоже Волошиной от... Ну и сколько вы хотите за эту вещичку? Оно бесценно. 100 000. О! И за десятку не возьму. Беру. 150. А вот теперь выиграй. 200. Продано. 250. Выиграй. Если сможешь. Водки. Игра между графом и Становским началась. Чудесно.
Но я желаю немедленно увидеть господина Лапсина. Лапсина? Да. Три валета. Тройка на тузах. Колон. Это четыре в прикупе. Давай я скажу, Зинаиде Аполлинарьевне! Четыре в прикупе взял, а? Господа, в нижнем будут деньги, да, я граф. Все верну. Господа, я умоляю, фак. Одну игру в долг. Фак. Господа, одну игру в долг. Господа, господа, одну игру в долг. Начинаю я умоляю, господа, я умоляю. Алгоритмист. Как я не скопал. Не только не скопал, но еще должны господину Сатановскому 30 тысяч. А карточный долг был честь. Я прав, Фролл Веренович. Ладно, разберитесь. Драл я вас, Фрол Верьянович, деру и буду драть в Цюрихе, в Ницце, в поездах, сейчас на проходе. Ой, 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 какое ожерелье, господи, какое дешево взял. Продай ожерелье, Дмитрий. А ты выиграй. 300 тысяч. Выиграй. 350. Выиграй. Выиграю. Давай. Докладывайте. Хундамов, Сидихин и граф о чем-то сговорились. И между Волошиной и Хундамовым произошел скандал. Хундамов пытался стреляться. Сатановский, граф, Сидихин и Хундамов играют. Я ничего не поняла. А я давно все понял. Кто из команды участвовал в изготовлении парохода на Сормовских верфях? Кажется, кто-то из официантов. Так узнайте, кто! Я на верхней палубе. Лапсина. Да. Где этот Лапсин? Запой. О, ты прелестная звезда, порою ярко так сияешь, и сердцу бедному тогда. Где ярко светишь ты, стремятся все мои желания. Да сбудутся мои мечты. Звезда, прости. Какие деньги? Пошел вон! И вон! Пошел вон! Пошел вон! Я Мышко Арсений Петрович, особо уполномоченный агент имперского сыска. Очень плохо исполняете свои обязанности, Арсений Петрович. У меня похищена драгоценная вещь. Вот, Лина, вот этим господином! Смерть, прости меня, Линочка! Куда их курят? Отпустите его, господа. Кого?
Его. Он должен много денег господину Сатановскому. С господином Сатановским будем разбираться в Нижегородской жандармерии. Отпустите. Со. Кайрак. Стреляйтесь, господин Хундамов. Стреляйся, Максут. Стреляйся. Ты погубил меня. Я стреляюсь. Все кончено. Знаете, Зинаида Аполлинарьевна, вы были моей единственной в этом подлунном мире любовью. Прощайте. Ох. Хватит Ваньку валять. Вставайте, господин Огрызкин. Живой. Огрызкин? Ничего не понял. Сам. Да, мы стали жертвой крупного афериста. Мужчина Орловской губернии Огрызкина Василия Павловича. Он же Гугукин Давлет Казбекович. Арестуйте подлеца. Он же Золингер Авраам Моишевич. Это старый аферный трюк. Крэк, хамы. Огрызкин. Жандармы. Ой, боже мой. Боже мой, меня ведь Нижним ждет публика. Меня встречает командир конвоя, его императорского величества, князь. Князь Трубецкой! Открою вам тайну. Никакой публики и никакого князя Трубецкого в Нижнем не будет. Жандарм оцепит место, и мы арестуем всех подлецов. Пароход причалит к грузовому пирсу. Меня, Зинаиду Волошину, грузовому пирсу. Обморок. Певицу в каюту, позовите врача. Осталось решить главный вопрос. Что в этой истории делает Лапсин? Продай жерель, Дмитрий, а? Ну ладно, продай. Выиграй. Ну ладно, не продашь, так украдем. Украдем, Бродин? Конечно, украдем. Не украдем, так убьем. Убьем, Ахмед? Конечно, убьем. Страшные люди. Я их сам боюсь. Ну зачем тебе это надо? По лезвию кинжал ходить. Ну продай. Выиграй. Стихия воды, огня и воздуха решительно восстали против меня. Ну, как сказал граф-вегетарианец Лев Толстой, коли люди злые объединяются, почему же людям честным, порядочным не объединиться? Вот вы, патриот? Несомненно. Так давайте объединяться. Так я не понимаю, почему меня все время бьют. Вы знаете, я не окажусь исключением. Фрол, я великий игрок. Таких, как ты, я кидал в Австралии в дроу-покер. Да. В Гонконге в лоу-бол. И в Северных Штатах Америки в крис-кросс. За тебя. Ты у меня не выиграешь. Продай жерель, Дмитрий. Христом Богом прошу, продай. А что на тебе так далось? Ой, какое ожерелье. В мире таких только два. Одно у меня дома в коллекции. Желаю иметь полный комплект. Многие желают. Поразительно. Продай. Выиграй. Ой, какая уха. Ты подкрепись. И выиграй. Играем в дикий.
Без верхней ставки, 2 джокера. Начальная ставка 10 тысяч. Ой, какая уха. Ты в Цюрихе с 10 начал, а потом в Сибирь без штанов пошел. Не боишься? Играем. Задавлю деньгами. Сдавай. Слушаюсь, Фрол Игоревич. Люстра хорошая. 2 мне. Десять и 10. Ой, улепетывай, пеструшка, пока Бобик не догнал. Мне кажется, 10, что кто-то из присутствующих купцов скоро проиграет огромные деньги. Еще 10. 10 и 50. Пас. Закрываю. Фу. Слабо. Чую, у тебя джокер. А как вам? Головерень. С ума зайти. Деньги к деньгам. Вот такие пироги. Итак, сольный выезд, Матильда. Карту взяла. Маэстро, музыка. А там где? Ну, куда ты пошла без карты? Как тебе не стыдно, но вы же поаккуратнее, не потопчите, пожалуйста, мне артиста, Матильдочка. Гран, Батман, шериф, Батман, и беги, 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 беги. Что это? Китайский сервиз, его вносят, они ползут. Ползут, 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 ползут. Кто ползет? Ползут, ползут. Кто ползет? Пятнистые тараканы. Они завсегда на китайском сервизе выползают и куражатся. Я великий картежник, великая страсть меня сгубила. Запомни, грубый скотский быт скучен и постыло таинство. Обмана манит. Тройка! Семерка! Туз! При одном условии дуста не должно быть, а дусты они дохнут. Что ты несешь? Кто дохнет от дуста? Таракан! Таракан. Это умнейшие животные. Я заключил с ними дьявольский контракт. Я вызвал главного из них конской мочой. На срезе собачьего волоса, кровью летучих мышей мы поставили огромную печать. И это, представьте себе, второй состав. А что творил первый? Как они бегали. Ратисты. Щелкнешь. И прикуп уже в руке, не хочу, они лезут. Щелкнешь второй раз, и сброс уже в кармане. А потом пришли мошенники, и я их продал. Кому продал? А, тоска проклятая. Ах ты, мука, люта скука. Мука, люта скука. Велика Россия. М?
Начинаю понимать. Елизавета Яновна, перед Саратовом я стоял на палубе, и мимо меня официант пронес поднос с чаем. Что случилось затем в казино? Официант подал чай. Логично. Чай. Чай. Значит, чай. Чай! 50. Может, чайку хлебнем, господа? И еще 50. 50 и 50. Чайку желаете? Да, да. Сию минутус? Продай ожерелье, Дмитрий. Надоел, господи. Пристрелю. Пристрелишь, но не выиграешь. Так. 400. 450. Это что такое? 500. Пазье и Дюваль. Никогда не выиграешь. Выиграю. Сейчас мы все проследуем каюты второго класса. А где Квитковская Эльжбетта Яновна? Вот этого я не знаю. Над казино? Костелянская. Здесь грязное белье складируют. Ключи у лакея Сергеева. Именно через этого лакея Сергеева, я убежден, и проходит вся афера. Лакей Сергеев сделал отверстие над казино и с помощью подзорной трубы может наблюдать комбинации карт, которые находятся 50 и еще 50 на руках у жертвы. Для чего жертву сажают на определенное место. Сатановского специально залили вином, чтобы он пересел. Обратите внимание, в прошлый раз в этом кресле сидел граф и проиграл. Покер выигрывают один раз, но много. Для того, чтобы лох ввязался в игру, ему подсовывают наживку, ожерелье. И сколько вы оцениваете эту вещичку? Оно бесценно. 100 000. Хо! И за десятку не возьму. Беру. 150. А теперь выиграй. Итак, Сатановский клюнул и поднимает банк до предела. У него на руках хорошая комбинация карт. И 100. Но мошенник не знает, какая. И тогда мошенник требует, чтобы ему срочно сообщили о комбинации карт Сатановского. Подайте чаю. Сию минутос. Наступает самый ответственный момент аферы. Лакей сообщает официанту, что у Сатановского дамы 4 и джокер. Четыре дольки лимона, 4 дамы, кусочек сахара, джокер. Комбинация покер. Да здравствует русская разведка. Мошенники пошли на главную аферу. В
Вот эта маленькая коробочка в руках лакея и есть гениальное русское изобретение, украденное у дрессировщика Лапсина. Итак, мошенники запускают главную уловку. Тараканов! Об этом я вам говорила. Ну-ну, ставку, скотопромышленник. Решайся, решайся. Это для вас 200 тысяч, не деньги. Что, чахотка открылась на нервной почве? Давай, объявляй, объявляй. Собираешься делать ставку? Ворона. Из больших медведей. Да что ж такое? Да. Поездка за невестами пошла вам явно не в прок. Ну, ты играешь или нет? Корова из малых зайчат. Фрол, да фрол. Ну, устал. Скотопромышленник. Заболел. Ну, я тебя сейчас выключу. Фрол, фрол! Это фрол! Он же, сволочь, издевается над нами! Ставку! Простите, Фрол Лавренович, никто в горло попал. Объявляйте ставку, скотопромышленник. 100 тысяч. И миллион. Какой миллион? Как миллион? Угу. Да. Пас. Ефрем. Слушаю. Пора. Миллион. Миллион? Два миллиона. Играю. Скрываемся. Котер на бабах. Золотой покер. Воды. А теперь, господа, приступим к аресту мошенников. Посторонись. За мной. Воды, я сказал. Что такое? Предлагаю немедленно сдаться. Ворам, негодяям пощады не будет. Да здравствует русская разведка. Ты что, сволочь? Специально! Халварджи-то, тараканы! И тараканы карты побежали! Вы арестованы, господа! Попрошу предъявить документы и деньги. Нет, Фролорец! Я, блядь, расстаньте моих! Олега! Сухожанька! Больших медляки! Но деньги мои! Вы проиграли, господа! Выигрывают дерзкие сыщики! До встречи в Ницце! С вами я никогда играть не сяду. Сядете. Шпана. За деньги сядете. Эй, я
тебе это помогает? Аще сердце внутрь рыдает. Протянули цепочку. Не уйду. Нет, в целом отдохнул неплохо. Извините за оплошность с вашими документами. И ваши. В жандармерию. Мышко, Арсений Петрович, особо полномочный агент имперского сыска. Ага. Благодарю. Зинаида Волошина, богиня! Ой, вот ваше авто для вручения хлеб-соль императору. Мошенников в жандармерию! Зинаида Аполлинарьевна, наши двери и вы. Как же вас ждут, как ждут? Опоздаем, командир конвоя, его величество, князь Трубецкой, с меня 3 шкуры спустят! Гони к императору! Ну не растряси певицу-то, не растряси! Гони! Ручку возьми, бестолочь! Ручки заведи! Сейчас заведем. Бошкается как... Ничего не понимаю. Не отставать! Чей это самоходно движущийся аппарат? Фирма Циммерман заказала. Циммерман. Пошел вон! Пошел, пошел. Где деньги Сатановского? У вахмистра, который уехал. Но вот что, Арсений Петрович, я обнаружил в каюте Волошиной. Стоять! Жандармский вахмистр Шевелев! Господин Мышко, вас обманули, это уехали самозванцы! Циммерман, Циммерман! Волошина никогда не пела для фирмы Циммерман! Господин Мышко, это предательство! Толпа выехавшая на всех 3 полицейских экипажах! Рессоры обломились! В конюшнях пожар! Что это? Голубь! Хоть ты и Мышко, а дурак. Кто это? У вас на святителе Николая действовала мошенница европейского масштаба Пинскер Ландау. А это настоящая певица Волошина. Для гостей Нижегородской выставки концерт представляют. Это съемка, подделка. Вот вам и настоящая Волошина. В пароходе действовала шайка мошенников во главе с лже-Волошиной. Граммофон? Пластинки? Эти песни? Все обман? Я сам сообщил Волошиной место швартовки парохода. И через голубиную почту она дала знать своим сообщникам. И нас встретили. Господа, я благодарю всех за блестящую работу. Браво! Лучший сыщик Европы остался в дураган. Ура! Помоги, Господи! Вот мама, я еду к вам. Что это, Господи?
На Бога на месте, оставь его жаль! В моем лице опозорена честь. Прости! Помоги, Господи! Помоги, Господи! Спасти Россию от позора! Поднимайтесь! Вы великий человек, Арсений Петрович! Спасибо! Заставить небеса повернуть вспять! А вы думаете, это простое дело? Спасать Россию от позора! Очень непростое! Поднимайтесь, поднимайтесь! Да здравствует его императорское величество, воздушный флот! Ура! Русская разведка от русского сыска! Русскому сыску от русской разведки! И много благодарен! Гони! Вот билеты Новороссийск, Стамбул, Нью-Йорк! До встречи в Новороссийске! Евгений! Ура! Мне очень жаль, что роль вашего любовника исполнил не я. Так что же вам мешает приступить к этому немедленно? По-видимому, я. О, дирижабель. И деньги возвращаем в казну! Сударыня, верните деньги. К императору! Служу России, императору и отечеству! Вот теперь порядок! Лет в имперском сыске, но никогда с таким удовольствием не произносил. Вы арестованы. Ну что, споем, сударыня, в терцию? Бокал шампанского вино вам выпить предложил. Ой, леди, туман кружится голова. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна.
придется помирать нам всем. Ой, лей, лей, туман, голова кружится. Вот едва стою я вот сейчас на ногах, но я ведь не пьян, то есть, в смысле, не пьяна. Такая вот история. Thank you.